Добрий день, і в этом відео я підведу ітог уходящого года для себя в шахматном плане и для моего шахматного канала. Ну, собственно, начну с своих результатов, потом перейду к рассмотрению моего канала вкратце очень. Если я буду подводить итоги года для шахмат в целом и так далее, то это видео может затянуться до конца следующего года. Ну и то, что касается, будет ли это последнее видео в данном году, не знаю. Ну, заранее, если вдруг это последнее видео, то поздравляю всех с Новым годом и другими наступающими праздниками. Ну, в принципе, наверное, те, кто следит за моим каналом, знаете, что, в принципе, я его вел уже достаточно долго, уже больше 2 лет прошло, я его в октябре 2013 года запустил. Ну, потом я уехал в Черногорию, собственно, там очень мало видео выходило, тем не менее, к моему удивлению, аудитория росла. Когда я вернулся, собственно, в этом году, я только шахматами фактически занимался. То есть, если вы не знаете, у меня в Украине официальной работы нет. Я занимаюсь шахматами, и, ну, кратко тренирую неофициально. Потому что, если вы не знаете, чтобы в Украине тренировать официально, нужно иметь спортивное образование. И то, что, допустим, у меня есть высшее образование, плюс 3 года аспирантуры, плюс звание мастера сейчас будет, это не котируется, чтобы тренировать детей шахматом. Вот так вот. Ну, собственно, как начался год, вы видите здесь меня еще в Черногории на фоне Острогского монастыря. Видите, что я достаточно много весил. Если вы посмотрите на меня посреди года, вы сразу заметите разницу в весе. То есть я сбросил удивительно много килограмм. Я с Черногории, собственно, вернулся, потому что я не выдерживал климата местного, и здоровье у меня значительно ухудшилось. Естественно, я заработал деньги, это хорошо, но дальше я не смог работать. Но вы видите разницу в весе. С 92 килограмм я сбросил вес до 75. Это заметно по лицу и по телосложению. Я же, собственно, вот это наш сайт Николаевской Федерации Шахмат. Конечно, надо сказать, что без преувеличения это лучшая шахматная федерация в Украине. Тут обманывать нельзя. То, что касается городов в Украине, где проводятся турниры, вот первые 2 места – это, естественно, Львов и Николаев. Допустим, если сравнивать с другими городами, в Киеве, в том же, в Одессе, большие проблемы с этим. Ну, в Харькове еще куда ни шло, у них хотя бы клубы есть. Просто представляете, в Украине, в столице, в Киеве нет центрального шахматного клуба. Это, конечно, обидно. Ну, у нас на сайте ведется статистика топ-10. Если посмотреть по международному рейтингу, по рейтингу быстрой шахматы, в десятку попадаю. То же самое, когда обсчитают национальный рейтинг, я буду ровно 10-м 1 января. То, что касается блица, то у нас очень много сильных блицоров. Я здесь явно пролетаю, о чем мы поговорим дальше. Ну, собственно, дальше теперь поговорим вкратце, чем запомнились шахматы в интернете. Для меня лично, вот если зайти на шахматную планету, мы видим сейчас, что под этим ником, который я набил 3200, я дальше под ним не играл, я под своим вторым ником, а именно официальным планом Андрея, набивал больше, чем 3200, но также быстро за один турнир посадил за этот. Именно, вот видите здесь, 3211, это был турнир на призы. Вот Chess Assistant, по-моему, там первые 3 приза были шахматные часы. И, собственно, я думал, ну, пара мастеров сыграет, и нет. Тут, по-моему, вот смотрите, 4 только гроссмейстера, тут 5-й, 5 гроссмейстеров, не меньше десятка международных мастеров. Ну, мне удалось занять 16 место, не такой уж хороший результат на самом деле. Но, тем не менее, мне этот турнир понравился. Это единственное, чем мне запомнилась шахматная планета за этот год. Остальное, к сожалению, со знаком минус, эти лахи просто невозможно играть. Ну, поэтому я перешел на Chess24. Забавно, что, к сожалению, тут не так много
этих вот гроссмейстеров, как помогалось. Может, мне стоило на ческоме поиграть, но мне тут нравится, потому что таких лахов нет, и приход есть. В общем, я играл, допустим, вот первый номер рейтинга, это гроссмейстер Фалько Биндих под ником Яносик 2.6, допустим. Я удивлен был, что он дал возможность мне с ним 8 партий подряд сыграть. Ну, если мы посмотрим, тут с этим испанцем Нарцисса, тоже сильный испанец, 4 партии сыграл, все проиграл пока. К сожалению, с Николасом Фьюшенбетом не получилось играть, потому что я хотел бы сыграть с Фьюшенбетом. Вот это вот тоже сильный из Арабских Эмиратов, Салем, гроссмейстер, я с ним только одну партию, к сожалению, сыграл. Ну и вот, допустим, с этим нет, с Двирным играл, и с Словецом, гроссмейстером Ленич Лука под ником Бегемот, тоже 1-1 у меня счет. Ну вот, собственно, мой ник 32-й на данный момент, 2800. Очень хороший результат, учитывая, то посмотрим, кто рядом. Ян Густавсон. Примерно тот же рейтинг. Ну, известный в шахматных кругах Никита Петров. Дальше, если полистать, то можно увидеть Тари. Очень сильный норвежец, почти гроссмейстер. Ниже меня по рейтингу. Уоррен Стрэнд, известный комментатор, международный мастер, тоже ниже меня по рейтингу. То есть я считаю, что очень хорошо играю в интернете, в Блиц, потому что он имеет свои особенности. 3 минуты, и ты можешь рубить флаг. Собственно, сейчас другой Блиц живой, там 3 плюс 2 особенно. И ты, даже когда было, допустим, по 5 минут, это очень неприятно было чисто психологически рубить флаг, потому что ты должен человеку в глаза посмотреть после партии, и там все отношение к тебе будет. А тут ты спокойно рубишь флаг в интернете, чисто психологически не переживаешь. Ну, срубил флаг и срубил флаг. Это вся разница между шахматами. Но, тем не менее, это хорошая тренировка, надо заметить. Игра в Блиц в интернете, наигрываются дебюты, конечно. Некоторые начинают по минуте играть. Да, я считаю, неправильно. 3-5 минут – это хороший способ наигрывать. Собственно, вкратце, то, что касается интернет-шахмат. Я считаю, что здесь развивается все, появляются новые игровые зоны. Но, к сожалению, некоторые типа шахматные планеты не улучшаются, а только ухудшаются. И теперь поговорим про мои выступления в различных соревнованиях живых. То есть вы видите мой рейтинг, он не изменится по стандарту 273, по рапиду последний турнир я так себе сыграл, он упадет, по Блицу чуть вырастет. То есть, и кажется, что Блиц самый высокий рейтинг, что довольно забавно, после обсчета на 1 января, хотя я считаю, что Блиц среди всех видов шахмат играю хуже всего. Потому что и вообще это чистый рендер, а не вид шахмат. Ну, давайте перейдем в классику. Значит, классика. У нас год начался, как я вернулся в Черногорию, меня пригласили участвовать в турнире А. Но я знал, что там в турнире А, но не имеет смысла играть, поэтому сыграл в турнире Б. Видите, даже в турнире Б только третье место занял, хотя был рейтинг фаворитом. И в итоге опустил рейтинг на 13 пунктов. То есть начальный рейтинг, как я вернулся в Черногорию, у меня был 22.64. Конец года я поднял до 22.73. Кажется, что это очень мало. Но сейчас мы увидим все подробности. Дальше следующий турнир был мемориал Николая Васильевича Шелеста. Видите, шестое место. В принципе, неплохой результат. Я занял четвертый тур. Тут играл Бордовский, Бортник, Мирзоев. Ну и в итоге опустил на 3,6 пункта. Забавно. Но я считаю, что я нормально в этом турнире выступил. Сильных срывов не было. Но опять-таки эти рейтинги. Должикова Екатерина, чемпионка Украины. Правда, это было года 4 назад. Гроссмейстер Украины, рейтинг 225. Что это за бред? Или я не понимаю, как такое возможно. Ну, дальше был определенный перерыв с марта по май месяц. К сожалению, в Украине не так уж и много турниров проводятся. Потом я записался в турнир
во Львові з нормою міжнародного майстера, якщо ви внимательно слідили, я всі партії цього турніру проаналізував, йшов достатньо хорошо, 4 очка із 6, причому, собственно, я ще дві партії повинен був виграти, як мінімум, і я опустив победи в них. То есть теоретически вообще 5 из 6 должен идти. Но норма 6,5. В принципе, мне нужно было 2,5 из 3 набрать. А в итоге 3 подряд проиграл. Причем, ну ладно, 2 проиграл. Третью я уже на совсем. Это худшая партия года против Севастьянова. Просто лишнее качество из дебюта на подставлять все и проиграть это. Печально. Ну и после этого рейтинг опять понизился. Вроде бы должна быть минус мораль, если вы понимаете. Ну, в принципе, я сыграл на свой рейтинг, то как бы с таким хорошим стартом это печально в итоге занять место. Так, ну а потом был как раз турнир «Кульские мосты». Вот, и я занял на нем третье место и очень сильно поднял рейтинг. Да, потому что выиграл два последних тура от Даниленко и Бордовского. Видите, Даниленко 2400, а Бордовского почти 2400. Вот, если обсчитать. То есть за 7 туров я поднял рейтинг больше, чем за все турниры, сыгранные в данном году. Ну, собственно, здесь проявилась моя тренировка, что с сильными шахматистами 11 партий подряд сыграл. И, собственно, был более доигран, чем другие соперники. Ну, кстати, вот, про мастерские турниры. Некоторые шахматисты не понимают суть этих турниров. Суть этих турниров состоит в том, что вы заходите, если вы соискатель звания, вы платите за участие в данном турнире деньги, ну, проживание, естественно, питание. А если вы мастер, то вам все оплачивают и плюс подъемные дают. Ну, чтобы развеять мифы, сколько стоит участие. Но если у вас рейтинг, допустим, 2400, вы соискатель, то вы где-то заплатите в районе 50-60 евро. Если у вас рейтинг 2200, то это будет около 120-150 евро. То есть деньги это достаточно большие, поэтому очень очевидно, что не все это могут себе позволить. Поэтому очень многие остаются на звании мастер фиде, и все. На этом их карьера шахматиста заканчивается. Так, ну дальше был чемпионат Украины, полуфинал. Мы видим, собственно, сколько гроссмейстеров. Я занял 21 место, это очень, я считаю, результат по составу. Вот сейчас перелистаем, сколько внизу еще. Гроссмейстер 95 место занял, представляете? И так далее, видите, то есть Бордовский, кстати, как раз, которым я уже упоминал, который первое место в Шелеста, восьмое место тут занял, собственно, очень хороший результат. То, что касается вообще-то рейтинга, то это противоположное, то есть вроде бы занял 21 место, это очень хорошо, минус 7,6 пункта. Почему минус 7,6 пункта в первом туре? Со мной белыми сделали ничью, очень уверенно, с таким низким рейтингом соперник, минус 8 пунктов и начинает турнир. То есть, и меня засосало болото, фактически все партии против 200, и фактически все ничья, победа, потом победа опять, видите, победа Елисеев, мы о нем еще поговорим, то есть 200, это забавно, юниор, мастер спорта Украины с рейтингом 200, у которого 2300 было уже 2 года назад. Еще раз, украинские шахматы – это забавная вещь. Так, ну следующий турнир в Одессе. Это единственный турнир там, где вы не увидите таблицы итоговой. Я просто скажу, что тут занял 6 место и был стартовый расстановки 6, видите, минус 9 пунктов тоже. Вы видите, за счет чего? Я играю с юниором Юровских, который из Одессы не выезжал 2 года, который сильно усилился в местных турнирах. Если вы посмотрите, он дальше в следующий турнир сыграл. В общем, у него сейчас рейтинг 2200. Тут рейтинг 1975. И все. Одна партия не выиграл. Шахматиста с потенциально более высоким рейтингом, минусы. Ну, конечно, тут еще вот эта партия с Дамаковым, где я пока разбирал, не выиграл эти разноцветными слонами.
Ну, опять-таки, Елисеев, видите, за один турнир у него было 200, сейчас 279, и опять он повысил. Чем забавно. Эти рейтинга. Далее я играл в Николаеве. Видите, пятое место, собственно, опять минус рейтинг. Причем турнир не настолько сильный был. Первые три человека, естественно, достаточно сильные. Дальше. Вот, минус 4 пункта получил. Ну, собственно, опять-таки в этом турнире играю с Шариповым, черными. Сицилианскую защиту избираю на победу. Что-то сложное. Все меняется, ничья. Забавно. Следующий турнир. Я первое место занял. Полуфинал чемпионата Николаева. То есть стартовал я ужасно. В итоге, ну, сколько у меня было? 2,5 из 4. Причем еле-еле потом проснулся. В общем, выиграл 4 партии подряд, последнюю ничью. И что в итоге, опять-таки, смотрим, минус 7-4. Я не знал до этого турнира, собственно, вообще удивился, что я считал, что есть чистое первое место. То есть, вы видите, чистое первое место, чисто 7 очков, потом у всех 6,5 ближайших. Чистое первое место, минус рейтинг. Блестящий фиде. Я люблю эту организацию. Конечно, да ничего не говорит, что в первом туре проиграл, но минус 18 пунктов стартовых. Ну, совсем с каждым такое бывает. Почему бы каждый человек может проиграть одну партию такому шахматисту? В результате получается, результат зависит от оставшихся партий в турнире. Так. Ну, потом этот турнир, где я выполнил норму мастера спорта Украины, жду присвоения, поделю третье и пятое место. То есть вы тоже его сейчас результат не увидите. Вот здесь, если посмотреть на сайте ФИДа, 21 пункт припал. Ну, собственно, мастер спорта Украины не очень сложно было выполнить норму, потому что норму, видите, 6,5. Тут не написано, но мой прогнозируемый результат по рейтингу ФИДа 6. То есть всего лишь на полочка перевыполнить прогнозированный результат. По-моему, это как-то странные нормы, если честно. Вот если бы 7 очков было бы нормально, правда, я 7 очков все-таки так и набрал, то, по-моему, это более адекватно было бы. Но это не ко мне вопрос, а к квалификомиссии, которая разрабатывает данные нормы. Так, ну вот мы поговорили про мое выступление классику, теперь переходим в Rapid. Ну, если честно, Rapid меня год немного разочаровал. То есть в Черногории я играл то фактически только в Rapid, поэтому набил руку, фактически приехал сразу же в первом турнире. Тут я первый вроде бы как, но не, видите, показатели абсолютно одинаковые. Первое, второе место поделил с отцом. И рейтинг у меня, как я вернулся в Черногорию, был 2,318, я его поднял в этом турнире. То есть следующий турнир, это был Мемориал Шмири, на следующий турнир это Мемориал Рахмангулова Зирака, отца Андрея Зираковича, очевидно. В общем, я третье место занял, чистое третье место, и повысил фактически на копейку рейтинг. Но тоже, ну, эта партия тоже, началось мое противостояние с Бордовским в последнем туре в этом турнире. Потом у нас несколько турниров было, что мы играем в последнем туре постоянно. Это начало надоедать всем. Ему, наверное, тем более, потому что результаты, в принципе, не в его пользу, учитывая его рейтинг. Следующий этот турнир был Мемориал Любови Ковальчук. То есть здесь вы видите, что в предыдущих турнирах нашей элиты не было. Тут появились всего два бортика. Замечательно. То есть фактически я второе место занимаю, если их убрать из общего списка. А в итоге по рейтингу тоже, ну, немного на копейку поднял рейтинг. Потом, ну, это было, когда это апрель месяц, потом какой-то перерыв был, турниров этих не было по рапиду. И вот это чудо, я занимаю седьмое место, ну, в принципе, при таком составе меня обгоняет Бондарчук, допустим, который играет раз в год, очень странно. А по рейтингу это вообще катастрофа, то есть я минус 31 пункт. Забавно, что в последнем туре я первое место победителя турнира обыграл, Даниленко, черными, причем
Мінус рейтинг. Чому? Смотрим. Взяв і переграв Кулішу. Білим цветом просто поставив фігуру такому середньому КМС. Все, мінус 31 пункт по Віті. Ну і Бардовському переграв. Ну, як вже сказав, Бардовському рейтинг сильно занижений. У нього 2400 фактично фіде. По рапіду, от тут, смотрите, 297, це повна глупость. Ну, потом, это последний рапид, который еще не обсчитали, и тут и опять. Ну, вроде шестое место, опять-таки, сивукбортник играют, вроде нормальный результат. В итоге смотрим на рейтинг, минус 18 пунктов. Почему минус 18 пунктов тут? Не расписано еще в ФИДе, 1 января. Обсчитает Шарипов, опять ничья. Ну, то есть с ним, когда он играет белыми цветами, он умеет против сильных соперников делать ничьи. Дальше. Ну, всего одно поражение, как мы видим, только Сивуку проиграл. То есть с Бордовским ничья тем же. Делаю ничью с Левицким, делаю ничью с Фисенко, все. Прощай рейтинг. То есть нормально. Хорошая система рейтинга, в принципе, ребята, которые играют реально. Ну, Фисенко, допустим, 2000, Левицкий 200. У них такой низкий рейтинг по рапиду, всего теряешь рейтинг. Ну, в общем, я не знал. Я считаю, что Европит на самом деле играет хорошо. Но почему-то сейчас этот рейтинг сильно понизился. Что печально. 2330 все-таки был. Переходим к Близу. То есть Близ как бы я должен был быть очень наигран. Но вот начался год, я сыграл в этом турнире Мемориал Шелеста по Блицу. Ну, да, признаю, что да, действительно, может, устал после турнира, бегу 18 место. Да ну, как это? Смотрите, кто выше меня. Это просто уже Шарипов выше меня. То есть я сгорел после этого турнира. Я вообще решил Блиц не играть в таких турнирах. Что меня очень подожгла последняя пара. Во-первых, меня подожгло то, что сколько поражений. Раз, два, три, четыре. Пять поражений. Такого у меня не было еще ни в одном турнире по Блицу, чтобы я 5 раз проигрывал. Ну и последняя партия меня совсем... Я сгорел после нее ужасно. Я там, не знаю, у меня такое расстройство было, что просто в эндшпиле ладья и слон против ладья и слона, и там по несколько пешек я засылаю ничью, он начинает рубить флаховец. И в итоге я доигрываюсь до того, что подставляюсь под мат. И у меня просто непередаваемые ощущения были после этой партии. То есть, чем хороши шахматы в интернете, блиц в интернете? Ну, проиграл одну партию, ну, вышел с этой игровой зоны, все. А тут ты не можешь этого сделать, когда играешь в турниры по блицу. Если там тебя преследуют неудачи, ты можешь еще больше ловить неудачи. Так, ну потом здесь нет на час результат, но вы видите, собственно. 13 место при 10-м, что там рейтинг опять посадил. Причем как это вообще удивительный турнир. Выиграл всего 3 партии за турнир, проиграл Ватсу опять и Бортнику. Представляю, Бортнику в последнем туре попался с Бортником и проиграл. То есть, а забавно. То есть я потом перерыв делал, вообще на Блиц не ходил, начал снимать. Видели там мои видео. Я стоял, снимал, как Шепотиво выиграл Коваленко. Это следующий турнир уже, видите, ноябрь месяц, я все-таки решил вернуться. Занял 8-е место при Сетбол стартовом. Даже поднял рейтинг, забавно. Ну, в этом турнире, собственно, опять-таки, кому я проиграл? Бордовскому, Рахмангулову и Коле Бортнику. А Сивуком это не тот турнир. Это из Даниленко тут ничего сыграл, Сивук тут не участвовал, очевидно. Ну, видите, а то есть опять вроде нормально сыграл, но ни на что в Блице Николаевском не претендую. Ну, это 2 турнира еще не обсчитаны на сайте ФИДе. Ну, мы увидим, что в первом из которых занял 13 место при 8-м стартовом. Ну, нельзя сказать. Вы вот видите, Сидорика, юниор. Это вообще я не знаю, кто такой. Выше меня места занимают. И это в итоге минус 3,6 пункта. Если последнюю партию, допустим, ничего сыграл бы, чуть выше было бы. Забавно, потому что вот проиграл перед этим только Александру Бортнику, ничья с Сивуком, ничья с
Николаем Бортником, то есть Николаем Бортником, который должен был, ну, вернее, мог только на текущем чемпионате Европы занять по блицу третье место, если бы он в последнем туре выиграл. Но он проиграл и занял 10-е место. Ну и последний турнир, собственно, вчерашний турнир. Видите, тут внезапно уже 4-е место при 9-м рейтинге. Если посмотреть результаты, вот, выиграл Сакуна. Ну, проиграл, естественно, Сивуку, Мирзоеву проиграл. И в этот раз проиграл Бортнику. Ну, повыигрывал. Сакуна, допустим, выиграл. Выиграл. Ну, дальше разных выигрывал. Ничья с Рахманголовой, ничья с Бордовской. Так вот, по этим трем партиям, с Акуновым, с Рахманголовой, с Бордовским, по позициям там 0 очков у меня было. Я в итоге набрал 2 очка, что еще раз показывает, что в лице большой фактор удачи. В общем, тут большой прирост по рейтингу, то есть по блицу у меня будет теперь максимальный рейтинг, но я не думал, что я играю в блиц лучше, чем другие виды шахмат. Так, ну это вкратце по результатам за год. А теперь перейдем на мой канал и посмотрим, что произошло. Видите, уже 1404 подписчика, 250 тысяч просмотров. Вот я сохранил несколько скриншотов своего канала. Вот 502 подписчика, 27 тысяч просмотров. Это было после 8 месяцев. Понимаете, 8 месяцев прошло, такое количество было. Но потом, в принципе, просмотры почему-то начали увеличиваться. Хотя в Черногории я особо видео не снимал. Не знаю, чем оно вас привлекло. Может, привлекло как раз за счет этих курсов лекций по каракану, которые я там написал. И там, естественно, посмотрели и перешли на мой канал, чтобы больше материала посмотреть. Вот, допустим, 50 тысяч просмотров было через несколько дней после того, как каналу стало год. Видите, еще старое название. Это 700 подписчиков. Я не помню за что. А, 700 подписчиков я вспомнил. То есть было 50 тысяч просмотров. Да, затем я прокомментировал матч Карсона с Анандом, и сразу количество подписчиков почему-то возросло. Интересно. За счет чего? Может быть, для расширения аудитории комментировать турниры, супер-турниры. Но я особо смысла в этом не вижу. Потому что есть другие игровые площадки, там тот же Chess24, там Густав комментирует и так далее. Ну, потому что, ну, особо на самом деле ты ничего нового не обучишься, когда ты смотришь партии специфические, потому что там могут быть дебюты, которые ты не должен, которые ты не знаешь, и которые ты не играешь и так далее. А то есть, когда я смотрю партии гроссмейстеров, я обычно смотрю те дебюты, которые мне полезны, которые мне в данный момент интересуют. Ну вот, а здесь, когда уже стало 100 тысяч подписчиков, то есть 100 тысяч просмотров подписчиков, у меня никогда столько не будет. 900 подписчиков, это я подал, переименовал канал, это было в марте, то есть с марта канал называется сейчас Fan MVP. После переименования и партнерку включил, в общем, копеечка капает сейчас. Размере сейчас об этом поговорим. Ну теперь насчет видео, то есть вот мое первое видео, как я вернулся из Черногории, таблиц был, вот 28 декабря, ровно год назад. И вот это восьмая страничка, здесь на одной страничке я посчитал 30 видео, то есть 7 3 210 и плюс еще несколько, то есть около 220-225 видео я записал за год. Ну, конечно, некоторые, можно сказать, что особо сложности в их записи не было. Вот я начинал живые блицы делать, или там чуть позже. Сейчас. Ну, некоторые видео вообще шахмат не касаются, поэтому их тоже можно вычеркнуть из этого списка. Вот, допустим. Ну, вот Коваленко приехал, я не играл в блиц, просто стоял, записывал, потом прокомментировал, собственно. Особой сложности в данном не было видео записать и сделать. Поэтому, видите, очень много получилось видео. Но, тем не менее, 200 с чем-то видео. Вряд ли какой-то видеоблогер
Рунета может со мной посоревноваться. Конечно, если с другими странами сравнивать, тот же ChessExpoint канал, зайдите, там он выкладывает по 3-4 видео в день с блицами, плюс еще другие. То есть там шансов у меня с ним конкурировать в этом плане нет. Так, ну то, что касается просмотров, у меня, я помню, когда я подключал партнерку, я 100% помню, тут было 12 тысяч просмотров в месяц, сейчас 17. Общий расчетный доход у меня стартовый был 5 долларов, сейчас почти 10 долларов. Ну, для тех, кто считает, что я чисто зарабатываю на Ютубе, это не так. Вот видите, это март месяц, то есть прошло 10 месяцев, 65 долларов, то есть что это смешно. То есть даже 10 долларов в месяц это смешно. Если вы откроете каналы на Ютубе, связанные с играми, допустим, пропишите PewDiePie, там популярный блогер, у него там что-то около 7 миллионов подписчиков, больше миллиарда просмотров. Арифметика такая, 1000 просмотров, это примерно 50 центов. Вы понимаете. Ну, это такая грубая аналитика. Собственно, то есть я сразу знал, что на шахматном блогинге ты миллионером никогда не станешь. Даже если канал Гельмана вы откроете, то у него на канале 8 тысяч подписчиков. Фактически в 5 раз больше, чем у меня. Ну и что, даже если зарабатывать 50 долларов в месяц вместо 10, это большая разница, разве, если сравнивать с этими летсплейщиками. То есть у меня совсем другая задача канала. Это образовательный канал, что достаточно редко бывает. Конечно, меня провоцируете вы, чтобы я снимал видео по Блицу. В этих видео я большого образовательности на самом деле не вижу, но играю в Блиц и делаю сильные ходы, комментирую при этом. Не знаю, почему. Как некоторые говорят, что как ты в Блиц играешь, тактику начинают видеть лучше. Но я думаю, что ну, как один из методов, так можно заниматься шахматами, смотреть Блиц и искать ошибки. Ну, есть более хорошие методики. Можно просто решать задачи, причем усложнять их, усложнять. И когда вы найдете, что действительно эти задачи сложности представляют большую, то на этом заканчивать и решать именно их. Потому что очень много этих методик есть. Ну, собственно, видео не об этом. Я может, поговорю об этом в других. Собственно, на этом, в чем я хотел вкратце подвести итоги, я подвел их, собственно, вроде бы как рейтинг мой сильно не изменился за год, но я чувствую большой прирост шахматной силы, и то, что я выполнил так легко звание мастера спорта Украины, это доказывает. Ну, надеюсь, наконец-то в следующем году я смогу добить рейтинга 2300 и присвоить себе мастера ФИДа. А за счет международного мастера тут придется еще подождать. На этом все. Спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. С вами был MVP АК Андрей Пунин.